магазинах Fix Price. Полная готовность обеспечить вас самым необходимым в течение длительного времени. Крупы, консервы, сахар, бутилированная вода, средства личной гигиены, бытовая химия и многое другое по низкой фиксированной цене. Fix Price. Мы заботимся о вас. Прайсе, значит, купила там, хочу похвастаться, вот такую баночку взяла для пищевых продуктов, брать на работу еду. Вот такие пиалы, $55, такие вот так. Что-то мне понравились, я их решила купить. Вот такая соусница небольшая тоже под пиалы. Недорого, $27. Вот такую разделочную доску. Давно хотела я ее такую. Вот такая вот доска называется разделочная. Гель для рук антисептический. Руки протирать теперь с таким известным вирусом. Травы праваровские в упаковке 3 пакетика. Чебрец, базилик и майоран. Хочу посадить. Еще взяла семена совсем копейки стоит. Овощные семена по 7,20, а цветочные по 8,50. Значит, базилик овощной, свекла, астра, амарант, бальзамин. И настурция по 8,50. На балкон хочу. Втирка. Вот такая вот за $55. Такая зеркальная втирка. Кто красит ногти, тот знает. Значит, я в обычном магазине брала такую втирку без аппликатора за $200. А здесь с аппликатором всего $55. Что-то мне так захотелось сразу, несмотря ни на что, что у меня есть. Вот такую визитницу взяла. Давно искала. $77. Тоже классная штучка. Для мытья посуды сорти. Ну и как все, туалетную бумагу. Одну упаковку. Ну, всего за $51. Недорого. Экран солнцезащитный. $55. Сейчас он мне почему понадобится? Потому что у меня рассада стоит на подоконнике. Проветриваем постоянно окно. Набор многофункциональных кухонных ковриков. Вот, такой, вот такие салфетки еще взяла. Ну, просто на стол положить. Можно сервировку стола делать.